Я нахожусь сейчас в центре Славянска, вот у захваченного здания Донецкой Народной Республикой. Вот. Перед зданием вообще нет людей, на крыльце здания вообще нет людей. Есть только вот один, двое человек в балаклавах, которые, наверное, патрулируют помещение. Они с автоматами, стоят две машины. Вот, поддерживать, ну, видимо, ну, немного любители поддерживать этих людей. Тут вот, это парк, просто гуляют люди. Летают птицы. Сегодня здесь сюда приезжает Олег Царев с автоколонной из нескольких машин с большими флагами, чтобы подарить сторонникам Донецкой Народной Республики воды, медикаментов, потому как утверждает Олег Царев, всего этого сейчас не хватает в городе. Ну, вот все, вот видим, как вот вооруженные люди идут сейчас через центр города, через вот где ходят мамы с детьми. Ну вот весь автопробег Олега Царева, вот он. Вот сколько людей находится перед зданием. Извините, а можно у вас комментарий взять? Можно у вас комментарий взять? А вот а вы знаете, что происходит сейчас тут? А это с Донецка приехали. Кто? Это, ну, как нас называют, сепаратисты, да? Ну, наверное, не знаю. А вы жительница Славянска, да? Вы можете что-нибудь рассказать, как вообще в Славянске живется? Спокойно, очень. А вас не... В центре я живу. В центре, да? А вас не смущают люди вот с автоматами, которые ходят? Абсолютно. Абсолютно. Это наше местное. Так что нас абсолютно это не смущает. Да. Нас смущает, если кто приезжий сюда приходит. Ну это вот приехал с автопробегом Олег Царев, это кандидат в президенты. Он. Царев? Приехал. Да, он привез вот вашим защитникам сегодня воды, медикаментов. Вот как вы считаете, это хороший поступок со стороны Царева? А вы знаете что-нибудь про Олега Царева? Олега Царева? Ну да. Ну вот он президент. Ну, я, в принципе, его кандидат в президенты. Ну, знаю, как его по телевизору показывают, а так... А за кого вы собираетесь голосовать или не собираетесь ли вы вообще голосовать? Еще не знаю, еще думаю. Еще думаете, да? Да. А референдум 11 числа будете поддерживать, придете, да? Обязательно. Да. Спасибо большое. Мы за референдум. Все, спасибо. Да. Ну вот мы. Вот мы видим, как тут. Приветствуют Олега Царева. Сразу откуда-то не возьмись. Люди. Будет стоять и останется. Пошлите послушаем, что расскажет нам Олег Царев. А что это? Не надо, Делай шаг. Разгружать на задний двор. Там... Можно микрофончик уберите, пожалуйста? Так, товарищи журналисты, машины пока поставьте. Шаг назад сделайте. Надо разгружать машину. Пожалуйста. Еще прошу. Thank you.
Да, да. Я бы тебя подсадила, но я понимаю. Пролезет по-другому. Давайте. Все, это целое. Это я поняла. Мне надо послушать, что было. Это в третьем. Во дворе. Ну что, мы ехали сюда. Мы проехали через 4 блокпоста. Как минимум до города. У нас большое количество женщин. Они выходили, и там, где были люди в черной форме из Национальной гвардии, они подходили, с каждым разговаривали. Они каждому смотрели в глаза и говорили о том, что здесь находятся их земляки. О том, что здесь находятся такие же граждане, такие же люди. И чтобы они ни в коем случае не стреляли. По возможности вообще убирали оружие и ехали к себе домой. Потому что